А я нет еще. Ну давай, давай. Ну, забавно, по-моему. Кракен такой. И уплыл он. Не захотел с нами драться. Так. Взял я плащик, я его прямо сейчас и надену. Он хорош для меня. Теперь у меня 40 тысяч Вау. хп под бафами. О, блин, на Неожиданно. лице. Это босс, кстати, по... А, нет. Вряд Командер. ли. Это типа полубосс. Ну, да, наверное. Опаньки. По-моему, у него такие же абилки, как у Визакса. Нет? Абсолютно нет. Ну, я... Что-то замелил. Меня так быстро сложил. От чего хотел умереть? Ну, посмотри, комбат лок. Сейчас тебя, я думаю, шаман риснет. Друид. Друид, точнее. Ну, а смысл? Паладин упал. Так, а я на друида у нас кинул соулстон. Не, нет. Сейчас, сейчас, я быстро. Походу, вайп. А, на него КД у нас. Жаль. Ну, я не думаю, что мы залуем с танком. Дали мне какой-то дебаф. Так, ладно, я тогда пока побегу немножко. Да, можешь бежать пока. А, не побегу, хилеру, да? Не стал. А паладин встал у нас. И паладин тоже умер. Жаль. Retarded босс, что это значит? Ну, это мат. Я, пожалуй, не буду это переводить. Понятно. Так, а где здесь выход? Может, я успею убежать? Нет, не успею. Наверное, не стоит. Я все-таки думаю, что это босс, потому что у него 2 ляма хп. Ну да, но его нету в списке боссов. Так что это такой полубосс. Вот как вот есть это в залах отражения перед третьим боссом лечом, такой как бы генерал. Ну не генерал, командор такой. Ну понятно, да. Ну это что-то такое. Я почему-то не могу войти в инстанс. Непонятно. Ну, я не знаю. Я нормально. Может быть, я не туда вхожу? Да нет, туда вроде хожу. Написал, чтобы меня арестовали, потому что я не могу войти. Ну да, все вошли, кстати. Я особенный. Мне сегодня после нашего стрима написали, что я не человек. Я стримил сегодня с 2 дня до 9 вечера. Тут в гильчате даже этот такого немецкий язык. Нет, не могу я до сих пор зайти. А я, кстати, хз, снят тебя друид или нет? Ну, почему нет? Ну, больно близко. К боссу.
Я, в принципе, могу релогнуться. Я не в стриме. А я релогнуться тоже не могу. То есть я в чат пишу, а это не могу. Так, я попробую сейчас сделать ребут. В смысле, Вова, напиши там, что я сейчас отойду. Так, заходим обратно. Бывают такие фейлы у нас на бете. Иногда падают сервера просто. Сегодня Европа упала надолго, на полчаса где-то. Нет, все равно я не понимаю, почему меня не пускают. Ну, в общем, ладно, я думаю, надо... А, вот, все. Сделано, но меня дисконуло. Ну, давай. То есть я попытался войти в инст, и меня дисконул просто. После окна загрузки. Вот, зашел, все хорошо. Паладин ливнул. Стал ждать. Ну, это его дело. У нас здесь хороший шанс сейчас убить всех. Итак, к нам присоединился маг. Так, а вы где там? Я смогу к вам прибежать вообще? Портируйся гоблином через гоблина. Да, вот, я вижу вас. Уже бегу. Напомним, что это стрим NAP-клаба. С вами Карандаш и Фае. Это новый инстанс катаклизма Throne of Tides. Это вот сейчас будет второй босс. Первого мы убили с первого пула, по-моему, даже. Да. Смотри, какой у меня пет есть. Где? Бей молоте. А, нет, варбот. Откуда он у тебя? А это с Mountain View ивента, который был в прошлом году. О, круто. Он только для американских, еще одна запись. Вот такие задроты у нас. Вот такие задроты у нас на NAP-клабе. На всякие Mountain View ивенты ходят. Непонятно вообще. Тут у него еще было топливо красного вот. Или синего цвета. И ты все выпил? Нет, я ему не пришло, но, к сожалению. Его сейчас уже не получить. То есть там, если боты встречались синего и красного цвета, типа Орда и Альянс, они как бы дрались, как бы. Классно. Ну вот у нас второй трай. Ой. У него тентакли есть.
надо понять, что к чему он делает. Я так понимаю, кто эти бойцы заходить не